Нам показалось здорово оцифровать добрые дела и параллельно сформировать прозрачный и понятный рейтинг наиболее активных членов и сторонников партии «Единая Россия». Приложение «Верх» позволило мне намного эффективнее управлять своей командой, ставить перед ними задачи и контролировать их выполнение. Начали мы с относительно небольших городов Нижегородской области, а далее уже к сентябрю в приложении появились активисты из Нижнего Новгорода. А в декабре 2020 года мы реализовали пилот уже в 11 регионах нашей страны. Вверх – это прозрачная система роста в партии в зависимости от реального вклада каждого в общее дело. Это возможность проявить себя. Знаете, я с самого начала верил в успех приложения, но не мог предположить, что оно так быстро сможет объединить сотни тысяч людей со всех регионов России. Мы помогаем молодежи и незащищенным слоям населения. Самый главный секрет успеха заключается в ежедневной работе и участии в событиях. Мы работали одной дружной командой, желая всей душой помочь тем, кто в нас нуждался. Когда я только стала участвовать в этом проекте, очень много людей поверило в меня, поддержало. Я думаю, что в этом и есть залог успеха. Очень нужное приложение. Отличное для людей приложение. Благодаря ему молодые люди могут стать более заметными. Много различных мероприятий. Замечательное приложение для партийного соревнования. Считаю, что приложение очень удобное. Мы не являемся медийными личностями, у нас достаточно и у самих иногда бывает ограниченный ресурс, но объединившись, мы можем творить чудеса. Приложение дает возможность, бросив вызов себе и другим, реализуя добрые дела. А больше всего нам запомнилась акция «Скажи добро да», участие в которой приняли все мои друзья, а их, поверьте, очень много. Помощь людям, благоустройство округа, взаимодействие с исполнительным органом власти – и многое-многое другое. Это социальная сеть единомышленников, одинаково настроенных на добрые дела. Любое движение, а тем более движение вверх, это всегда ради достижения цели. Я всем рекомендую приложение «Вверх», потому что здесь все по-настоящему. Если бы не было приложения «Вверх», я бы его сама придумала. В период пандемии на вас, безусловно, свалилась вся нагрузка по организации, по работе наших волонтерских центров, которые «Единая Россия» открыла во всех, без исключения, наших регионах. Каждому из вас и тысячам людей, которых вы представляете, хотел сказать искренние слова благодарности за то, что вы вокруг себя объединили единомышленников. Спасибо вам большое.